Я забежала в Настину комнату, чтобы снять ее реакцию сразу. Лицо, когда она увидит эту. Что это? Охренеть! Это сюрприз! Офигеть, мам! Я в шоке! Вообще супер. И ковер приехал из химчистки. Да, ковер я вижу, круто. Он подходит. Я не знаю, будет ли он вонять. Да не будет, это же... Это же место для лапуси, слушайте. Ага. Ковер, да, с химчистки? А? Как круто. Это теперь лежал в этом. Блин, только место столько заняло, слушай. Да не особо заняло. Я думала даже стол отодвигать, а так оно и так поместилось. Офигеть. Это же вообще штука для двора. Не обязательно. Какой-то она заперли через эту дверь. Веришь? Мы с моим братом вот эти двери раскручивали, потому что она не проходила. Какие двери раскручивали? Вот это Катя офигеет тоже, когда приедет. Ага, так же, как ты, тоже надо будет снять реакции. Если приедет. Кстати, надо позвонить, выехала ли она. Я же тоже на нее пришла. Ты все пропустил, Костя, реакцию. Кто тут уже покатался? Ну, я, папа и он. И он. И медведь. Не, вы видели такое? Обалдеть. Нравится? Да. Там состояние невесомости. Ты пробовала? Надя, хочешь попробовать? Я боюсь. Алиска бежит бегом. Радостно. Алиса, хочешь покататься? Хочешь покататься? Убери уже ее на ручки. Конечно, скажи, конечно, хочу. Знаешь, вот это фоткают в таких этих. Да, да, да. Вообще крутишь, да? Офигеть. Я в шоке пришла. Ну тут обои осталось поменять, и будет красиво. Действительно. В чужом доме обои поменять. Ты чё? Лиза еще такая не поймет, где это взялось дома. Микаса, давай одну тебя посадим. Давай. Будешь кататься? Ищешь? Будет, она уже пробовала. Сажай. Да, кто-то сажает? Да, можешь посадить. А. Оля раскачивает. Ух ты! Ой, осторожно, лисенок. Она же законы физики не понимает. Надо страховать, потому что если она крутанет, она может по лицу, короче. Видите, Алиса кажется на видео большой, да, но если вот сравнить с Костей. Ну да. Котенок, котенок. Все, будешь теперь к Насте в комнатку проситься, да? Пропишешься. И коврик понравился. Даже я себя какой-то плохой чувствую. Плохой. Ты как скажешь. Ух. Ой. Ну, то, что ты говорил. Что, она же не дала по голове. Давайте ее посадим. Ну не плачет же, значит все нормально. Отпускай. Ей очень нравится. Мне кажется, зря вы ее сюда заточили. Это больше для Алисы будет. Да не, думаю, Настя тут будет валяться. У Алисы своих там хватает. Вырастаек, вигвамов. Ты видел ее вигвам? Да, на видео. Хочешь залезть? Конечно. Господи, ты ж так вылетаешь, дитё! Ну все, пошлите. Идем. Оставайся. Спасибо. Наедине. Костя позвала меня, говорит, иди сними мою комнату. О, ну конечно. Романтик-то ты шо. Скоро здесь будет очень вонять. Я сочувствую Кате, которая вот-вот приедет. Ой, часы опять включила. Вот зачем тебе был такой дорогой ноутбук? Сделать из него будильник. Гитара там еще, кстати, вон там в коридоре. О, тут же. Рисунок Настин. Слушай, ну я так боюсь вот это, чтобы ты в эту Эстонию летела. Мама! До этого еще далеко. Но все равно теперь буду нервничать постоянно, что ты собралась так далеко. Давай мусорку тебе купим сюда нормально. Да? Ладно, ждем теперь Катину реакцию. Я вообще не представляю, какая она будет. Тебе коврик нравится? Лапуси тоже. Убери лапусю отсюда, Настя, я тебя прошу. Ты же знаешь, она пойдет не туда, куда надо, в туалет, и все, и коврух
Хана, мы его только забрали из химчистки. Давай, сыграй. Не, я пока учусь. Ну и что? Ну хоть что-нибудь. Ты перебор пробуй сыграть. Ну пусть будет перебор, хоть что-нибудь. Я люблю хоть что-то слушать. Не, она не настроена. Видишь, она расстроена. Я тоже. Твоей поездкой в Эстонию. Так не было никакой поездки. Ну, будущей. Не получается пока. Тебе не хватало что-то в этом углу комнаты? Вот как да. раз. Ну, не в углу, а посреди комнаты. Ладно, пошла я. На тебе твой романтик. Это уют, а не... Уют. Короче, Алиске нужна какая-то лестница, чтобы она могла по этим полочкам наверх подниматься. Она Костю замучила криками с просьбами подняться наверх, ну, чтобы что-то достать. Наверху самое интересное. Ну да. Тут все еще рог, да? Алиса, смотри, кто там в твоем домике? Смотри, тебя с жилплощади выселяют. Мне просто, честно, очень нравится. Кто там? Бежит, бежит. Бежит, бежит. Можно? На троске. Тут. Ты мне разрешаешь? Слышишь? Ап, я ап. Тебя буду читать. Собачка. Я тебя буду читать. Иди сюда. Иди сюда. Я тебя буду читать, а ты дашь мне тут пожить. Показывай всем собачку. На шутку показывай. Давай. Собачка? Спасибо. И сейчас опять наверх будет проситься. Ничего себе, ультразвук. Да, да, вот так. Скажи, хочу наверх. А не бр. Смотри. Не говорю, надо какую-то лестницу туда поставить, чтобы она лазила. А, да. Знаешь, как это в библиотеках? Мне еще салфетка понравилась. Да, такое она любит, всякие салфетки. Как показал, так и делает. Костя, Надя там уже закрылась. Езжай домой. Любимый, езжай домой. С сердечком. Слышишь, она достаточно большая. Большая, Костя тоже так сразу сказал. Я смотрела на видео, ну смотрю, Алиса так залезла, вроде бы, знаешь, ну, она не очень большая, она реально большая. Если я сюда залезла... Ну так у тебя рост небольшой. Нет, так я... Опа. Ты так класс. А я к тебе помещусь? Капец, мне так вот эта вот подушка нравится. Ко мне не, я не пущу. Я в окно влезу, там окно есть. Это Костя может такая. Вот так вот, как это. Рыба. Прям щеки мне подпирает. Все, твоя жена нашла себе дом. Я, кстати, сидел там уютно, как пирамида. Ты тоже сидел? Или индейцы. Как в сказке какой-то, я не помню в какой. А вот в таком маленьком домике кто-то собачки. Поселился. Не, ну я буду вместо хомяка, животного такого. А, это мне? Разговаривает, за мной не надо убирать. Это мне напомнило сказку Чиполлино, вот какую. Да. Помнишь, там был маленький домик у этого, у тыквы? Так прикольно. Не, мне вообще понравилось. Ну, красивенько. Ты такая прям девочка Барби. Во всем розовом. Честно, меня аж, короче, это, ну, на сон поклонило. И тепленько, но не холодно. Не холодно, да? Не, да, это отлично, потому что пол прохладный. Да, пол. Капец, какой он. Блин, это ж можно будет его в лес брать, не? Да почему все его в лес хотят затащить? Да? Нет, оно запачкается моментально в лесу, и все. Его же стирать не будешь, неизвестно, что им за наполнитель. Да почему? Ты все равно. Да не нет, стирать, ты что, не буду я такой в лес брать. Это для дома. Для леса у нас палатка трехкомнатная. Да? Ну, огромнейшая. Поехали. Вот ей карточки нравятся. Поехали в лес. Собачки. И этот домик поставим. Ну смотри, в лесу должно потеплеть, чтобы можно было сидеть на земле. Она же холодная. Алиса, а мы этот домик поставим в палатке большой. Правда? И будем там с тобой жить. Ой, что, серьезно? Все, маленький. Собачка там у тебя. Аф, аф. Все это такое. Она чуть от тебя не... Ты что вышвыриваешь? Ой-ой-ой. Как она так разговаривает? Я не знаю. Ой-ой-ой.
А ну скажи, ай-яй-яй. Шарик, мячик, смотри, у меня есть. Она мячик увидела, а смотрит, только хоп. Алисонька, скажи, ай-яй-яй. Скажи, ай-яй-яй. Не, ну крутяк вообще. Слышишь, Лена, что видишь? Да, окно. Моя голова сюда влезла, а ты говоришь, вся хочешь сюда влезть. Ну да, попа застрянет. Конечно. И такая, здравствуйте, дорогие. А, да-да, как сказки рассказывают, точно. Пирожки. Знаешь, как вот... Слушай, так можно влоги начинать. Да, всем привет. Всем привет. Там девочка, девочка, вытяни пирожки. Лена не снимает. Слышишь, можно такая, я тебе в окно что не подаю, но там исчезает, да, исчезает. А я на стул, короче. Да-да-да, и застряла в палатке. Мы придумали новую сказку. Нет, Костя, завалишь. Слушай, эта люстра скоро вообще перестанет светиться. Смотри, 4 лампочки горят. Вот, короче, какая-то дурная система, если только одна перегорает, все остальные тоже быстро начинают. Их надо успевать менять. Он у меня выгнал. Ой, Алиса к нему. Она к нему вообще прям, смотри. А ко мне она так не лежала. Немного ноги выглядывает. Алиса, я спать буду. Видишь, она к нему вообще прям бежит. А видишь, он с ней дырачит. Ага, а ко мне нет. Знаешь, как мама маленькая. Ты же маленькая, мама маленькая. Это у нас Костя. Просто чувствует, что ты ее дядя родной, да? Костя. Дядя Костя, да? Разбушевалась. Лисюся. Ой. Подушка безопасности сработала. Точно. Смешнюля. Ну что? Так удобно, да? Все, заснул дядя Костя? Что? Даша, няня, сейчас прихожу. Ой. По-моему, она тебя хочет выселить. Не, я просто равновесие теряет. Думала, типа, уйди отсюда. Хочет быстренько побежать и не получается. Радости сколько. Догоню, скажи. Убегать. Попалась. Мячик. Главное, что ты не на мячик. Капец, прикольно, да? Да. Смешное. Да, вообще так. Мы еще вот так делали. То вы тут уже нагулялись, да, пока нас не было? Чуть-чуть. Упал. Она же девочка, она ждет, пока ты подымешь. Как-то интересно взаимодействует уже. Смотрите, сама села, пошла. Сама начала рисовать. Ты моя умничка, ты уже такие картины рисуешь, да? На столике нельзя дать. Ух ты! Ух ты! Хочется длинную линеечку сделать, да? Алиса, на столике но-но. Но-но, на столике рисуй, на альбомчике. Еще Барта
такая хорошая, что все легко стирается. Ну, рукой нет, а влажными салфетками хорошо. Ух ты! Ух ты! Художник будешь, да? Класс! Очень красиво. Класс, молодец. Умничка. Все, другой тебе дать? Я нашла способ, как Алисе давать разные карандаши разных цветов. Вот действительно, вот эти фломастеры очень такие классные, в том плане, что они здесь застряют. Вот можно синий взять. Я открываю, есть сразу колпачки, вот сюда их тыкаю. Она достает, какие хочет цвета. А потом, когда порисует, я закрою колпачками и все. Вот так она сможет выбирать разные цвета сама. Без того, чтобы я их подавала. Давай мы новый листочек откроем. Давай. Тут уже много нарисовала Алиса. Вот так. Давай дерево нарисуешь? Нарисуешь дерево, Дотя? Ой, но по парте рисовать, Алис. Смотри, где листик заканчивается, Алисочка. Может, другим порисуешь? Другого цвета? Давай. Смотри, выбери. Да, вот так, выбирай другой. Желтенький. Это желтый. Желтый. Левой рукой пошла рисовать. Желтенький, видишь? Какой красивый, да? Красивый цвет. Желтый. Дотя, на альбоме. На альбоме рисуем. Моя умничка. Художник. Первые картины. Папа творожок тебе принес. Пойдешь кушать? Тут процесс, Кость. Тут создаются картины разными цветами. Не будем отвлекать. Кость, посмотри. Чепуху. Посмотри, как она разные цвета выбирает сама. Я все пооткрывала, видишь? Удачные фломастеры, то, что они там застряют. Смотри, какую картину нарисовала. Левша она. Не, она то правой, то левой рисует. Только что все правой рисовала. И нравится, я то и той рукой пробую. Да, ну, прикинь, да, прикольно. Да она когда-то сама так с ними придумала. А теперь я додумалась колпачки открыть. Все, перелистываем. Тут картина закончена, да? Давай. Так, новая картина у нас. Все сначала коричневым. Смотри, третью картину подряд рисует. Не-не-не, по партину, но по альбомчику. А в каком стиле картина? Ну, ты же видишь, я не знаю, как этот стиль называется. Абстракционизм. Паутина. Картина левой рукой. Вот так. На каждом листочке роспись оставить. Слушай, Алис, ты на фан-встрече будешь сама уже автографы раздавать. Да? Сегодня у меня девочки просили автографы. На фан-встрече Алиса уже нарисует всем картинки в подарок. Да, зайка? Надо таки устроить фан-встречу. Уже очень хочется. Уже потеплело, уже можно. Кость, представляешь? Эта посуда, она из бамбука, оказывается. А я думаю, она реально какая-то немного деревянная, знаешь, как вот, как немного из дерева. Не могла понять, из чего. Мы стали искать в интернете из бамбука. О. Опять. А ты все рисуешь? А кушать пойдем? Это у меня. Нет, это не твой явно, это Надин, наверное. Ну, кто-то летит. Алиса, нельзя. По парте рисуй, рисуй на альбомчике. Ты же видишь, парта будет некрасивая. Умничка. У нас 11 часов ночи. И мы с Алисой на втором этаже гуляем и ждем, пока приедет Катя. Костя поехал за ней. Алиска просит открыть ей вот эту игру.
мы сейчас будем засаживать огород, да, Дути? Будем сажать? Брокколи, смотри. Лук. Ой, маха. Так. Не-не, не поднимай, это у нас огород растет. Мы сажаем в огород овощи, да? Оранжевые, а это фиолетовые. Да, вот так, умничка. Что это у Алисеньки? Это кукуруза. В дырочку ее сажай. Да, вот так, умничка. Пытаюсь ее цветам уже учить. Вот ей сейчас 1 год и 7 месяцев, и она уже иногда раскладывает по цветам. Вот в эти стаканчики. Сейчас она их поперемешивает и, может быть, начнет складывать. Так, вынимаем ведерки, да? Все вынимаем. Куда это положим? Какое это ведерко, смотри. Какое? Нет, это не желтенькое. Вот желтенькое. Вот желтенькое, смотри, желтенькое. А оранжевое куда? Куда оранжевое надо? Вот туда, молодец, умничка. Умница. Да, сюда. Молодец, Дуть. Вот так, ведерко на ведерко, да? Пирамидка такая получается. Пирамидка, бух. Мы с Алисенькой немножко прибрали, она мне помогла. Включили пианинка. И все, ждем Катю, когда же она уже приедет. Я боюсь, что Катя уже увидела сюрприз, потому что Настя успела снять про это в сторис. Хоть она сторис для Кати и закрыла в Инстаграме, но мог кто-то Кате скрин кинуть. Алиса таскается с паровозиками. Настя монтирует видео. Бабушка, что делает? Ждет Катю. Мы все ждем Катю. Как рука? Не спухла? Да все болит. Ты ее мазала? Нет. Почему? Ну, не знаю, еще не нашла эту мазь. Давайте. Давай потанцуем, давай. Если ты не спишь, ты не ходишь, соска. Только спать с ней, все, и то только ночь. Мы уже даже днем укладываем Алису без соски, только на ночь. Опять в это будем играть? Бух. Причат прям на ухо. Ну что, теперь собираем, Алисенька? Соберешь? Доть. Соберешь то, что рассыпала, да? Складывай, складывай в ведерко, давай. Алисенька. Что? Ладушки, ладушки. Да? А то подкинула себе на голову. Спадки хочешь? Да? Алис, ты спадки хочешь? Чего не на коврик хотя бы лечь? А вот он на пол. Ой. Шарики хочешь? Да? Ой. Бабушку зовет, чтобы ее в шарики посадили. Папы нету, папа за Катей поехал. Ух, никак. Так поиграй в шариках, ты ж только влезла, Доти.
Алис, давай соберем игру. Ох, тебя и носит. То туда, то сюда, теперь на батут. Ну давай, залезай. Ну-ну-ну. Не пугай маму. Залезай, залезай. Все, зависла. Точно спадки, наверное, уже хочет Алиса, да? О, залезла на батут. А скакать силы нет. Алиса запомнила, что детки всегда визжат, когда на батут залезают, и теперь сама так делает. Только залезет и кричит, визжит. Ух ты, ты на ножках уже прыгать умеешь. Молодец. Тихо, тихо, тихо. Выскочила из батута. Ну, куда дальше? Что это такое? Бабушка огород сажает. Ты это на компьютере каждый день его сажаешь. Сажай, сажай, огородочек. Алиса его больше раскидывать любит, а не зажать. Ничего, пока. Не сажать ей нравится, да, Алиса? Ну все, весь огород улетел. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Как можно так разговаривать, скажи? Точно поет уже? Все, можно напеть отдавать? Ой, осторожно. Кто там? Катя приехала. Алися. Привет. Привет. Привет, помахала. Катя. Привет. Наконец-то. Привет! Ты чего убежала? Угости Катю огурчиком. Смонтировала. Спасибо. Выругалась прям. Офигеть! Диван, блин! Прикольно. Сегодня, когда везли это кресло, позвонил курьер и сказал, я вам диван везу. И Катя это знала, но не знала, что за диван. Скажи, на диван ни капли не похож. Да. Класс. И еще, кстати, Катька ковер из химчистки забрали и вроде не воняет. Теперь у вас тут крутецкая комната. Да? Что, ковер или свечи? Свечи. Ладно, неужели? Прикольно. Еще гитара тут стоит, все, что надо. Надо просто по одной свечке. Это ты дальше снимали, когда их много. Класс. Круто, да? Да. Пришла, говорит, мне для тебя подарок. Прикольно. А еще Катя, наверное, свадьбу пригласила подружкой невесту. Господи. Она собирается замуж, прикинь. Настя на ровеснице. Даже младше, да? Ну, чуть на полгода. Да. А где Катя, Алис? Я думала, ее тут нету. Где Катя? Кать, подай голос. Алиса. Где Катя? Алиса. Где Катя? Ищи Катю скорей. Все пытаются занять твою же площадь. Да, догадалась, по-моему. А нет, мимо пошла Катя. Алиса! Алис! Где Катя? Алиса! А, вон она что! Нет.
Хочешь не хочешь, а зайдешь, да? Как тебе вигвам? Кто? Ну вот это, вигвам. Да, кто?